Агрофирма Аэлита предлагает сорт перца «Кот в сапогах». Это довольно крупные плоды у этого перца, и он идеально подходит для консервирования. Является раннеспелым сортом. От 90 до 95 дней от всходов до технической спелости у него доходит. Растение высокорослое, от 100 до 110 сантиметров в высоту. А плоды удлиненно-цилиндрической формы, темно-красного цвета, массой доходят до 100 грамм. Толщина стенки 5-7 миллиметров. Плоды имеют нежный вкус и сильный аромат. Сорт обладает хорошей завязываемостью плодов. Плоды транспортабельные и отлично хранятся. Они предназначены для употребления в свежем виде и для консервирования. Давайте посмотрим. Номер партии 14184-01. Вес 0,2 грамма. Давайте рассмотрим семена этого плода сорта перца под увеличительным стеклом и попробуем определить их качество. Семена каплевидные, оранжево-желтого цвета и ровные относительно друг друга.